Электронные сигареты приравняли к табаку. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты окружного парламента. Реализовывать новации будут местные власти. Ограничив розничную продажу вейпов, депутаты надеются законным путем оградить подростков от соблазнов, а заодно пресечь желание недобросовестных предпринимателей нажиться на человеческих слабостях. Штрафные санкции пропишут в законе об административных правонарушениях. Депутаты очень рассчитывают на сознательность граждан. Именно они должны сигнализировать о фактах продажи вейпов подросткам и обращать внимание на содержание витрин и прилавков.